Флюра Вильданова, рассматривая фотографии сына Руслана, не может сдержать слез. Здесь ему 3 года. На этом фото парень в армии. Все было хорошо до 25 лет. Руслан учился, работал на химии-аппаратчиком, много путешествовал. Беда пришла, когда ее никто не ждал. У парня обнаружили рак головного мозга. Руслан перенес 3 серьезные операции. Последняя стала роковой. Ну вот его после 3-й операции. Это парализовало, инсульт. Инсульт получился. Его тут же вскрыли 4-й раз, почистили голову. Еще там кровь спекается же. Отправили домой умирать. Уколы никакие не надо, сказали, кроме обезболивающих. Но ни Руслан, ни его мама сдаваться не собираются. Несмотря на частичную парализованность, молодой мужчина продолжает жить. Уже отправили карточку израильским врачам. Сейчас решается вопрос о стоимости лечения за границей. Предположительно, нужно 50 тысяч долларов. Но сейчас главное помочь Руслану на местном уровне. Хотя бы собрать деньги на массаж и реабилитацию. Необходима немножко денежная помощь, конечно. Так как я на пенсии. Он на пенсии, у нас денег не хватает. Хотя бы в реабилитационный центр, чтобы он на ноги встал. Женщина надеется, что нижнекамцы откликнутся. Для нее выздоровление сына – смысл жизни. Тем более, что 42 года назад от рака кишечника умерла ее старшая дочь. Малышке было 1,5 года. Расчетный счет и номер телефона Флюры Вильдановой вы видите на своих экранах. Есть он и на сайте НТР в разделе «Сбор средств». Алсу Юматова, Максим Липин, новости НТР.